Занять товарищеское 34, телефон 8-951-061-6540. Практически с порога здесь вливаешься в атмосферу искусства. Отовсюду звуки музыки и голоса будущих артистов. Посвятить себя творчеству 2 года назад решила и Ксения Киткаева. Музыка стала ее жизнью. Здесь очень много творческих людей, и здесь очень развито искусство. Все такие творческие, очень интересно здесь учиться. Вот уже полвека здесь зажигают звезды. За свои 50 лет институт выпустил более 20 тысяч талантов. Среди них именитые деятели искусства и артисты, которые стали народными. Многолетнее наследие вуза сегодня хранит музей, который открыли 10 лет назад. Здесь сценические костюмы Венеры Ганеевой, портреты Натана Рахлина и Марселя Салимжанова, изделия студентов и многое другое. Еще одно украшение экспозиции – это карта России с городами, где сегодня работают выпускники института. Несмотря на внушительный опыт, стремиться есть куда, например, стать одним из ведущих культурных альма-матер Поволжья, но при этом сохранить свою национальную идентичность. Наша основная задача, чтобы традиции, культуры сохранялись. Развиваться помогут московские коллеги. Поделиться опытом не только со студентами, но и преподавателями приехал профессор Гитиса. Будем помогать совершенствовать методику воспитания артистов. Меня очень радует стремление руководства Казанского института культуры двигаться вперед. О самых актуальных вопросах культуры и образования говорили на международном саммите. Проблемы современного искусства, цифровая культура в образовании, сотрудничество в области театрального искусства. Все это обсуждают сегодня в Казани представители самых разных направлений. Этот форум несет за собой очень важное и глобальное значение. И недооценить его, конечно, невозможно. Мы должны в процессе работы форума получить лучшие практики работы в культуре, лучшие практики синтеза культуры и образования. Обучаться лучшим практикам будут 3 дня. Сегодня вечером гости увидят спектакль в Театре Камала, а в пятницу – праздничный концерт. Зарина Ахметова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.